Дорогие друзья, любители часов, всем привет! С вами Виктор, это YouTube-канал про часы. В этом видео хочу поздравить вас с Новым годом, с Рождеством, пожелать вам успехов, здоровья, счастья, всего самого доброго и самого лучшего. Зимние праздники – это пора чудес, пора волшебства, и хочется, чтобы они для каждого из вас были наполнены радостью, искренней радостью и улыбками. Ну и, конечно, поскольку все мы с вами любители часов, хочется пожелать вам приобретения новых, ярких, интересных часов, которые будут долго вас радовать. Ну а для всех любителей отечественных часов я подготовил небольшой сюрприз. Представители нашей часовой промышленности тоже хотят поздравить вас с Новым годом. Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала про часы. Я Константин Чайкин, часовщик, изобретатель. И прежде всего рад поздравить вас с наступающими праздниками, рассказать о том, чего мы добились в 2021 году и поделиться планами на будущий 2022. Предновогодние дни – время подводить итоги. Для меня лично и для сотрудников мануфактуры Константин Чайкин 2021 год был очень насыщенным, интересным и успешным, несмотря на все сложности, которые продолжает создавать пандемия COVID-19 как в часовом бизнесе, так и вообще в мировой экономике. Мы приняли участие в нескольких международных выставках. Это, во-первых, Geneva Watch Days в Швейцарии, во-вторых, CR в Мексике, главный профильный форум Центральной Америки, и, наконец, это Dubai Watch Week, столь же влиятельное мероприятие на Ближнем Востоке. Там мы показали свою новинку этого года Restmon Mignone. За большое количество патентов, которые сейчас насчитываются уже 90, в апреле 2021 года была вручена медаль за изобретательство Всемирной организации интеллектуальной собственности. В 2021 году Restmon Minotaur вошел в шорт-лист премии «Женевский гран-при часового искусства» в номинации «Календари и астрономические усложнения». Я считаю это очередным нашим успехом и свидетельством международного признания российского часового дела в целом. Еще большим успехом я считаю участие в благотворительном аукционе Only Watch, который проводится каждые два года совместно с домом Кристис. Все средства, вырученные за уникальные часы, созданные для этих торгов, идут в фонд борьбы с мышечной дистрофией Дюшена. В 21-м я в третий раз принял участие в этом аукционе. Мы представили Restmon Марсианин, первые в России наручные часы с турбионом и первые в мире часы с марсианским турбионом. Это был очень важный проект. Я лично занимался финишной обработкой, сборкой этих часов, и за него удалось выручить 290 тысяч франков. В сумме за все три модели, проданные на Only Watch, было получено больше 400 тысяч франков. В следующем году начнутся клинические испытания лекарства, созданного в том числе на эти деньги. Я этому очень рад и надеюсь, что препарат поможет спасти много жизней. В следующем году мы собираемся много и плодотворно работать. В планах выпуск новых моделей, участие в выставках и конкурсах и, конечно, общение со всеми ценителями высокого часового искусства. На этой радостной ноте я хотел бы пожелать всем нам здоровья, сил, творческой энергии, успехов и счастья в наступающем году. Пусть Новый год принесет вам много открытий и интересных проектов, как в часовой сфере, так и во всем, что вы любите. 21 год сейчас заканчивается, и мы можем привести очень интересные итоги. Этот год был удивительно интересный для нас, потому что мы праздновали два юбилея. Во-первых, 60 лет бренда «Ракета», который был создан в 61 году в честь полета Гагарина в космос. И 300-летие создания нашего завода Петром Великим в 1721 году. Мы тоже выпустили очень интересные модели. Во-первых, новая модель «Русский авангард», которая пользуется очень большим успехом. Новая модель «Коперник» со своими круглыми стрелками, которые вращаются вокруг Солнца, тоже очень интересные, с циферблатом из авантюрина, камня. И, конечно, наши часы в коллаборации с Роскосмосом, ракета-носитель, которые очень интересны, сделаны из куска металла из ракеты, из тканей, скафандр космонавтов. Но, короче, они уже пользуются очень большим успехом и интересом. Мы, конечно, очень благодарим всех подписчиков канала «Про часы», которые нас всегда очень поддерживают. Мы обожаем этот канал, мы всегда на него смотрим.
И мы всех подписчиков с удовольствием приглашаем на наш завод, чтобы им уже детально показать, как мы производим часы, как мы их собираем, и тоже показать новые модели, которые будут выпускаться в 2022 году. Поздравляю вас всех с праздником и надеюсь, что все самое хорошее у вас будет в 2022 году. Добрый день! Хочу от имени часового завода «Молния» поздравить подписчиков канала «Про часы» с наступающим новым 2022 годом и пожелать счастья, успехов и пополнения коллекции часов на ваших, соответственно, руках. Мы со своей стороны продолжаем работать над тем, чтобы и дальше радовать любителей российских часов новинками отличного качества. 2022 год для часового завода «Молния» является юбилейным. Часовому заводу исполняется 75 лет. И в преддверии этого события мы продолжаем работу по всем направлениям, как по наручным часам, так и по настольным и по специальным часам. В рамках развития направления наручных часов мы работаем над новой линейкой механизмов. В следующем году следует ожидать много интересных анонсов, при этом в самое ближайшее время. Кроме того, ведется работа над созданием уникальных, не имеющих аналогов не только в России, а механизмов настольных часов. Также завод продолжает развитие направления специальных часов. Мы проводим испытания, сертификацию, ввод в промышленную эксплуатацию новых приборов для измерения времени как на гражданскую, так и на военную авиацию. В целом мы продолжаем трудиться над расширением присутствия бренда «Молния» и, соответственно, продукции не только на российском, но и на зарубежном рынках. Мы получаем много отзывов в наших социальных сетях, так и на других онлайн-площадках, и хотели бы сказать спасибо нашим подписчикам, что вы делитесь вашим мнением о нашей продукции. Именно ваше мнение позволяет нам становиться лучше. Отдельное спасибо каналу «Про часы» за то, что предоставляет дополнительную возможность пообщаться с ценителями часового мастерства через объектив. С Новым годом! Здравствуйте, подписчики канала «Про часы». Хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам в новом году побольше радости, обязательно крепкого здоровья в нынешних условиях, очень необходимого. Надеюсь, что вы сможете порадоваться чему-то новому в мире часов. И мы собираемся вас порадовать в следующем году новыми моделями 6МХ, механикой и кварцевыми часами. А также надеемся, что мы сможем вам представить в следующем году наш любимый хронометр 6МХ в новом оформлении, декоративном, возможно, подарочном. С радостью хочу поприветствовать всех любителей часов, всех подписчиков часовых журналов и блогов, и в частности канала «Про часы». Спасибо вам, что вы интересуетесь тем, что предлагают вам часовщики мира, и мы в том числе. Мы очень рады любому вашему вниманию. От лица всей компании часового производства «Полет Хронос» и часовой мануфактуры 6МХ хочу вас всех поблагодарить, всех тех, кто присылал нам добрые отзывы о нашей продукции. И особенно хочу поблагодарить покупателей наших часов. Очень приятно, что никто не был разочарован. Это говорит о том, что мы на правильном пути, раз наша продукция вам нравится. И также не могу не испытывать благодарность всем тем, кто критиковал нашу работу. Я имею в виду только тех, чья критика была по существу конструктивной. Остальным хочется пожелать быть добрее. Один из самых частых вопросов к нашему производству, который звучал в этом году, когда планируется выпуск новых моделей часов, особенно в коллекции 6МХ. Я хотел бы дать вам точную дату выпуска новых моделей, но, к сожалению, не могу. Мы не перестаем работать над новыми моделями часов никогда. Просто это очень долгий процесс. Вы знаете, сколько, например, страниц занимает чертеж корпуса, состоящий из 3 или 4 частей? Это порядка 10 страниц детальной проработки каждой поверхности корпуса снаружи и внутри. А бывает, что модель состоит из 20-25 страниц чертежей на одни часы. И изготовление оснастки, все это требует времени. А мы над часами работаем тщательно и очень аккуратно, потому что все это имеет значение. И в конечном итоге для нас важно, чтобы покупатели были удовлетворены качеством и внешним видом продукции. На нашем заводе это одна из главных традиций – высокое качество в угоду покупателей. Поэтому мы работаем, ничего конкретного пока не можем вам сказать, что мы очень надеемся выпустить не менее 3 новых моделей
в наступающем 2022 году и под товарным знаком 6МХ и под именем Премиум Стиль. И я надеюсь, что нам никакой коронавирус или какие-то еще внешние или внутренние вещи не помешают это сделать. И, конечно же, подписчики канала про часы про эти новинки узнают. Мы тоже ждем очень старта этого серийного производства. Для нас каждая новая модель – это рождение нового. Мы к этому относимся с большим трепетом и с волнением. Еще в этом обращении хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Пусть следующий год не будет хуже. Со всем остальным я желаю вам всем справиться. Главное, берегите здоровье умственное и физическое. Меньше смотрите новостей, не читайте вечерних газет. Лучше подписывайтесь на канал про часы, на другие каналы и блоги, которые вам расскажут, например, про новинки часового мира и про какие-то новости. Эта информация всегда гораздо интереснее и полезнее, чем то, что вы вычитаете в новостях или посмотрите по телевизору. И да, кстати, пожалуйста, не забывайте про то, что у всех производителей есть свои странички в соцсетях. Можете подписываться на наши, на них бывает такая интересная информация, которую не все блогеры освещают. Например, наш завод не так давно стал учредителем командных парусных гонок под именем Кубок 6МХ. Один этап этих гонок мы провели недавно в Севастополе, и второй этап планируется в марте тоже в Севастополе. Это впервые парусная регата в нашей стране называется именем часового завода. Такое себе могут позволить только очень именитые иностранные бренды часовые, и не только часовые. И вот и мы озадачились этой темой в поддержку парусного спорта в нашей стране. Еще раз большое всем спасибо за то, что вы интересуетесь часами, и за то, что вы с нами. С наступающим вас всех Новым годом! Дорогие друзья, часовая компания «Слава» поздравляет всех подписчиков канала «Про часы» с наступающим Новым годом и Рождеством. С удовлетворением наблюдаем растущую популярность канала и видим в этом личную заслугу Виктора Манкаша. Всем счастья, удачи в Новом году, всем слава! Уважаемые любители часов, подписчики канала «Про часы», хочу поздравить вас с наступающим 2022 годом и пожелать вам здоровья, что так важно в наше время. Пожелать, чтобы сбывались все ваши задуманные дела, которые вы запланировали, не только в приобретении желанных часов, ну и вообще по жизни. Этот год я бы назвал удачным. Мы закончили проект «Маленький принц», мы начали еще два новых проекта. И думаю, что мы также закончим, и также под конец у нас не останется свободных часов. Спасибо вам, людям, которые ценят наш труд, и надеюсь, что мы будем дальше радовать вас нашими новыми проектами. С Новым годом! Всего вам самого наилучшего! Уверен, что новый 2022 год принесет всем нам больше радости. И хочется пожелать вам стать счастливее. А для этого нужно, чтобы сбылась ваша мечта. Пусть маленькая, но заветная. Постарайтесь вспомнить, о чем вы мечтали в детстве, что заставляло вас улыбаться, какая была ваша мечта. Не та, которая появилась уже позже, когда повлияли телевидение, общественное мнение, это не покупка новых роликсов или других часов. Это то, о чем вы мечтали, когда были ребенком. Пробежаться босиком на росе, пролететься на вертолете, либо проехать верхом на лошади. Такие мечты должны сбываться. Именно те детские заветные мечты делают нас счастливыми. И если вы вспомните и исполните эту вашу мечту, уверен, вы будете счастливым человеком. Счастья вам всем в новом году, удачи, успехов и побольше добра. С Новым годом!